Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Иногда в голову приходят совершенно безумные идеи и мысли. Вот и сегодня я подумал, а что если все купят один биткоин? Это, конечно же, невозможно, учитывая стоимость монеты. На данный момент она оценивается в 6400 долларов. Но 0,01 биткоина, думаю, может позволить каждый. Это всего лишь 64 доллара. Поэтому моя мысль немного мутировала и зазвучала по-другому. А что будет, если все купят 0,01 биткоина? Вы наверняка знаете, что иногда я публикую достаточно странные видеоролики, наполненные какими-то математическими расчетами и цифрами. Но я же на этом помешан, и мне это нравится. А мы ведь должны заниматься тем, что нам нравится, не так ли? Поэтому поехали. Мне придется пользоваться информацией за 2016 год. Но, думаю, это не особо повлияет на результаты. Конечно же, какая-то погрешность да и будет. Жертвами моего эксперимента сегодня станут три страны. Украина, Беларусь и Россия. Куда же без нее? Для расчетов я представлю только взрослую часть населения от 16 до 60 лет. Суммарно на территориях Украины, Беларуси и России проживает 121 миллион трудоспособных людей. Если каждый из них купит 0,01 биткоина, то получится 1 миллион 210 тысяч биткоинов. Давайте предположим, что все эти покупки произошли одновременно, и каждый человек покупал по той же цене и в ту же секунду. Например, по курсу 6700 долларов за монету, пусть будет так. Умножаем 6700 на 1 миллион 210 тысяч биткоинов и получаем 8 миллиардов 107 миллионов долларов. Итак, если 121 миллион людей в России, Беларуси и Украине одновременно купят биткоин по фиксированной цене 6700 долларов, суммарно они потратят более 8 миллиардов долларов. Также я провел расчеты и для США и Европейского Союза. В США на данный момент проживает 325 миллионов человек. Взрослое население составляет 245 миллионов. Итак, 245 миллионов американцев одновременно покупают 0,01 биткоина по фиксированной цене 6700 долларов. Будет куплено 2 миллиона 450 тысяч биткоинов, а в целом будет потрачено 16,5 миллиардов долларов. Что касается Евросоюза, данных касательно взрослого населения я почему-то найти не смог. На 2017 год страны Евросоюза насчитывали почти 512 миллионов человек. Поэтому я решил допустить, что 70% этого населения уже взрослые трудоспособные люди. А это 358 миллионов человек. Если эти люди одновременно купят 0,01 биткоина, то будет потрачено более 24 миллиардов долларов и куплено 3 миллиона 580 тысяч биткоинов. Суммарно, если взрослое население США, ЕС и Славянской Троицы одновременно купят 0,01 биткоина, они потратят почти 50 миллиардов долларов, купив 7 миллионов 240 тысяч битков. При этом каждый взрослый европеец потратит чуть более 50 евро, а каждый взрослый американец чуть более 60 долларов. Абсолютно маленькие суммы для человека. Но когда речь заходит о криптовалютном рынке, множество людей почему-то думают, что не могут себе это позволить. Не могут себе позволить потратить 50 евро? Я думаю, большинство людей могут это сделать, и купить 0,01 биткоина ни для кого не будет проблемой. По крайней мере сейчас. Учитывая, что около 6 миллионов биткоинов утеряны навсегда, и смотря на актуальную циркуляцию биткоина в размере 17 миллионов монет, получается, что доступных монет биткоина на рынке 11 миллионов. Не нужно забывать и о крупных объемах биткоинов, что хранятся у богатеньких ребят. К примеру, у братьев Уинклвосс 1% всех биткоинов, хотя, наверное, уже больше, потому что информация эта достаточно старая. Можно без сомнений сказать, что на самом деле в обороте находится около 5 миллионов биткоинов, которые циркулируют на существующих торговых площадках. А это значит, ребята, что если все люди на территориях России, Украины, Беларуси, Евросоюза и США просто соберутся вместе и купят 0,01 биткоина, то доступных биткоинов для покупки такому числу людей просто не хватит, а рынок в таком случае просто сойдет с ума. Вот что случится, когда вместо школьного обеда, вместо нового телевизора, вместо велосипедной камеры и вместо пачки сигарет, люди захотят приобрести 0,01 биткоина. Поэтому существует очень много прогнозов, что биткоин будет стоить 1 000 000 долларов. К концу 2019 года ему прогнозируют цену в 100 тысяч долларов. Кстати говоря, при цене биткоина в 1 миллион долларов ваша 0,01 будет оцениваться в 10 тысяч баксов. При том, что сегодня вы купили бы ее за чуть более чем 60 долларов. Просто восхитительно. 60 долларов превращаются в 10 тысяч. Сейчас в это верится с трудом, но... Но вот, статья 2011 года. Почему я вкладываю все сбережения в биткоин?
Давайте комментарии посмотрим. У меня вопрос. Ты сдурел? Вкладывать деньги в электронные тюльпановые пузыри – это безумие. Я надеюсь, ты достаточно удачлив, чтобы успеть убраться с рынка, прежде чем он рухнет. Биткоин – эйфория. Дурак. А мне нравится, что с тех пор, как вышла эта статья, биткоин упал на 50%. Лол, клянусь, он теперь жалеет об этом. Если этот парень дотерпел свои 6 лет, то сейчас он явно хорошо себя чувствует. А ведь сейчас комментарии-то почти ничем не отличаются от тех, которые я озвучил выше. А я еще раз напоминаю, что это не финансовый совет. Все риски, связанные с принятием финансовых решений, берутся на себя лишь теми, кто этими финансами распоряжается. А меня зовут Богатейший Ди. Ссылки на все необходимые ресурсы будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, смотрите прошлые выпуски и делитесь этим видео с друзьями или котиками. Да с кем угодно. Скоро увидимся.